Всем привет, ребята, с вами Крутой Кролл и... И Бен Саймон ЮТМ, всем привет, ребят. И сегодня мы будем играть в Бравл Старс. И смотрите, какой у меня скин теперь есть. Это мой второй аккаунт, потому что мой первый аккаунт забанили. И так что я буду теперь на этом играть. И вот смотрите, какой скин у меня есть на примата. Посмотрите, ребят, посмотрите, на класс. Вообще очень красивый скин. За 79 гемов Герман его купил. Давай, ой. По скидке. Покажу. Эту. Вот эта акция. Ой, чуть-чуть спалил. Короче, ребят, смотрите. На этом аккаунте уже 7320 кубков. На мой аккаунт стрима 9 силы. Я рад. И классический 8 бит. 8 бит. Что у нас тут? Джеки 23 ранга. А, кстати, сегодня будем апать Джеки. Да. И будет... Ну что, погнали играть? Нам сообщение пришло просто. Так, вот тут еще, кстати, с мегаящика выпал Фрэнк. Да, я пойду за Джеки, ты пойдешь за кого? За примата оставлю. Давайте мы пойдем в ШДшку, чтобы тимиться. Все будем тимиться. У нас... Так, стойте. Блин, все. Все. Мы сейчас будем тимиться. Надеюсь, что во время записи лагать не будет. И у меня запись... Ну, если что, если у меня запись прервется, то тогда я просто это в частях буду выпускать. Да. Ребят, смотрите. Мой аккаунт бомж, который называется, его, к сожалению, забанили. К огромному сожалению, крыса, как она это сделала? Герман, уходи, они тебя убьют. Сейчас Пэк сейчас убьет, нет, нет. Ну, ты врубал. Минус один. Минус два. Господи, ребята! Ну, вам погнали в Брубол. Остается... Понимаю Холдика, который апал Джеки на 30 танк. Понимаю всех, кого... Гарду, который Джеки на 35 ранг апал. Он вообще монстр. Гарда монстр. Гарда топ чел. Дай пас, Герман. Не-не-не, я еще забью. Что забить? Блин. Этот шишки на таких кубках. Единственный выход — это играть в Броубол, потому что в Броуболе я тащу, и Герман вроде как что-то начал учиться играть. Нормально. Выход — просто играть в Броубол и поднимать слитые. Давай, не выходя в меню. Ну, давай. Давай играть снова. Вот. О, с нами еще Дина пойдет играть. 3-3. 3-3, футы. Сейчас посмотрим, кто против нас. Тимоха! Ребят, чтобы вы понимали, у меня есть аккаунт, он называется Тимоха, и чел скрысил мой ник, так сказать. И, значит, у тебя спайк будет. А, ну, кстати, да. Есть возможность. Есть такая возможность. Блин, Дина, Дина, тащи. Вперед. Вот это удар. Так, ладно. Я надеюсь, ребят... Кстати, ребят, пишите обязательно в комментариях. Заговариваюсь просто иногда на видос, простите. Танго у вас Джеки. Мне будет интересно. Играете ли вы вообще в Броу Старс, тупой Спайк? Броу Старс очень прикольная игра, кстати. Да-да-да-да-да. Герман вам дает совет. То, что Броу Старс — это очень крутая игра, но Фортнайт все равно лучше. Быстро взяли и пошли, все скачали. И потом играйте с нами... У нас еще проходит батл боксов, но вы фиг туда попадете, потому что здесь только мы участвуем и наши друзья. Да, Герман умеет говорить правильно. Короче, ребят, под комментариями. Также я постараюсь оставить ссылку на мой инстаграм в описании. Можете со мной связаться в директе, и, возможно, мы будем с вами устраивать батл сундуков. Да, и мы можем иногда не отвечать, потому что... Потому что, да. Бывают. Ой, е-мое, нам сейчас попробуют. Вот, у нас... О, молодец, правильно. Майк молодец, он неплохо играет, я Шельку убил, сейчас Спайка убил. Как же там крысеныш? Так что, ребята, мы с удовольствием бы поиграли с вами. Да, с удовольствием с вами забатлим на сундучках там, да. А, кстати, будет еще в описании название клуба Нулс Бравл, ребят. В Нулс Бравле последней версии все проходит. Да. Где есть Спраут 25 бойцов. Если что, ребята, сейчас у нас проходят такие технические перерывы, потому что мы кучу там хотим изменить. И вот после 12 апреля мы с вами будем играть батлиться. Да,
ребят, после 12 апреля мы сможем уже сами батлиться легко. Ну, не легко, но... Мы батлиться все-таки будем на Лего. Мы сами уже не будем батлиться до 12 апреля. Потому что у нас пройдет специальный технический там перерыв, чтобы все хорошо получилось, и мы могли с вами поиграть спокойно. Чтобы не лагало, не было лагов. И там есть еще определенные правила. Да, которые мы... Я напишу в описании. Да, и я тоже напишу в описании специальные возможности, которые вы будете использовать, а вот которые вы не будете использовать. Да капец, Спайк! Скрытил мой ник, просто я его ненавижу. Ну ладно, мы слили. Фиг нам удалось поднять кубки. Плюс два. Нет, плюс шесть. Ну погнали, погнали. Это, ребята, мой аккаунт, и я сейчас на нем играю, но у меня еще лимон есть. Сейчас мы после этой катки вам я покажу. Это да, да. Пожалуйста, напишите в комментариях, слышно ли вам Германа. Просто если не слышно, мы если будем совместные ролики записывать, то, скорее всего, будем только если вот сидеть вместе. Да блин! Ты это упустил пас. Кто тебя учил пасоваться, скажи, пожалуйста. Володя? Ой, простите. Спалил одного человечка. Так что, вы знаете, ребята, что я уже играл на аккаунте первом, где 11 тысяч, еще с октября, с хэллоуинского обновления. Ребят, вы это, кстати, можете все посмотреть. Если сейчас там один человек заходит на аккаунт, я сейчас с ним разберусь, потому что этот человек очень огромный нуб, он играть вообще не умеет. Вообще не умеет играть. И если он тут будет сливать кубки, придется нам... Его зовут Володя, у него свой канал есть. Но если что, Володя, извини, что мы так тебя немножко обижаем. Мы не немножко обижаем, просто, ну, блин. Ну, бывает, мы на связь попались. Ну, как-то, потому что все могут увидеть мои 66 подписчиков. И твои тим подписчики могут увидеть, что мы тебя типа объявляем. Зачем ты прыгнул? Так, ребят. Ну, слили два. Куда ты из сети вышел? Офигеть, так, куда мы пойдем? О, что ли? Нет, Броубол, только вот ты не за Прима пойдешь. Мой аккаунт, который... Ты пойдешь за Дерево. Мой забаненный, это второй аккаунт, смотрите, здесь Максимка есть. Я Фрэнка 21 ранга. Да, где? Давайте я вам покажу этот аккаунт, чтобы... А, вот это вот аккаунт Германа, где 11 тысяч. Вот он. А вот мой аккаунт, где 11 тысяч, ребята. Это мой забаненный, сейчас я вам покажу. Так, узнаете вот этот аккаунт... Ой, простите, чуть не удалил сам себя из друзей. Да блин, да капец. Знаете вот этот аккаунт, да, по нику? Вот, ребята, мой аккаунт, на котором вылетел бан. Ну, здесь леги были, две леги на... 18-м и на 20-м ранге. Матрас на 20-м был. Как же вот, вот эти все бравлеры на 20-м. Так что, ребята, болейте, ставьте лайки, чтобы мы разбанили аккаунты. Какими способами? Я уже на аккаунте очень давно не был, вы сами все видели. Так что болеем за разбан. Еще у меня был один аккаунт Эрби. Эрби Ютуб. Извини, Эрби. Это, кстати, ютубер тоже. Ну вот, и на нем было где-то 3000 кубков, но там Спайк был. Короче, ребят, много у нас классных аккаунтов было. Вот аккаунт Германа, да? Вот еще один аккаунт его. Кстати, у меня на Германе был еще Мажорника. Да. Вы видели все. Короче, Герман, погнали катать, а ты...